Посмотрите внутри. Я сейчас посмотрю внутри, посмотри, у него внутри, у него внутри. Бойфренд стесняется, да? Как он тебя уничтожный. Всем привет, ребята, с вами Крикосплей, сегодня я играю в игру. Продолжаю играть в игру Dead Island 2, погнали. Я уже заблуделась. Автобус! Ты какой огромный! Дай пройти! Боёб, дайте поебало дам. Ну, точнее, по голове дам. Вау, прикольный, диван размазался. Я разочарован. Тут... Ебать! Да звук как подкрылся, сволочь такая, блядь! Кровозадная. Ёб твою мать. Я вижу, нам не по пути, цел! Может, я просто уйти? А, пожалуйста. Мама, звали сюда, Один, звали, блядь, сюда! Послал, сука, без разрешения, падла. Давай не письменная отец туда взять, только потом я тебя пущу сюда. Сука, ебалаская. Заходи. Вот, точнее, уходи. Заходи. О, когда кто вернулся, а так засвязался с ЦВБ? Кто придет нас спасать? Не, на Сан-Монике есть один доктор. Мы должны валить туда. Мы? В каком смысле мы? Моя кровь может пригодить этот ебаный цирк. На кону себя человечество. Зачем? Ты судил, за? Когда вакцину сделают, я тебе не могу, без проблем. Но сначала мне нужно туда попасть. Похоже, теперь ты звезда Сау. Сас, не пуха. Знаешь, с ними будет веселее. Если сплотимся, у нас появится шанс. Не сможешь поговорить с Эмма. Он выглядит запредельно ясно. Зато мы сможешь. Ты за по нему сохнет? Настолько самовлюбленная? Не понимаю, что ты взяла, будто ради меня этого сами сделает. Между вами точно зато было. У него был шанс. Давай без этого. Он вернулся, когда мир прекратился под откос. Это важное решение. Я не буду принимать. Не выговорить. Странно, но до сих пор не могу. Я затем займусь. Точно говорю, Сэма. Все еще любит тебя. У него нюх на эти отношения. Вот она. Почему она там, Узтон? Я за его искала. Майкл. Нет, ты его ни хрена. Ты. Надеюсь, ты довольна, демоница. Ах, затетянка. После всего, что она для нее сделала. Нет, мне не хватит. Пора бы толковать. Эммадзонт. Эй, погодите. Прости, подница. Вы знаете, где Майкл? Оссал, туда. Да я искала его туда. Пиздец. А ты чего сдала? У него был главный опорой. И тут такой является. Ты рядом, Сэм. И все. Его списывают со счетов. Ответьте. Куда он пошел? Оберерки. Куда-то, я не знаю. Куда-то, блядь? Устал добиваться. Серьезно? Ты чего с этим Гринта? Эмма ведет себя как глазная. Не смей ты говорить, ясно? Ты чего не знаешь об Эмме? Окей, окей. Понятно, я должна его найти. Чего ты такая опорная? Мне нужен этот... Тупорылый. Ладно, не тупорылый. Я затеряла людей. Не хочу потерять и кого-то еще. Может быть, он? Забрал ключи. От своего дома, Хиллс. Тебя запуду туда. Пора пути, господи, охренеть, как несправедливые. Господи, охренеть. Я верну его. Вот увидите. Мы никого не бросим. Да за нас отёкнутых Гринго. Обещаю. Я буду молиться. За Майкла. Ну ты тупоёб, даже стрелять не умеешь, блядь. Идите за Майклом в Беверли Хиллз, охуеть. Много ли там идти? Ну, не так уж и много. Ну, может быть, это и просто из дома выйти. А идти, да хуя. Ну, Сэм, нужны пуски, есть? Не сейчас. Сейчас, сейчас!
Да блин, ну пуски, я хочу пуски. Прямо так и есть, да ебаться ты кого-нибудь хочет. Все. Мне кажется, что нозотик будет куда полезнее. Я его на 130-ку улетел, это в то время нозотик. О, пиздец. Опа-на! Хай. Я готова к труду и обороне. Погнали. Ой. Кто кусочек оставил? Ну вот, другое дело. Вы какие такие жуткие, блядь, пиздец. Проклятие! Ты не бегай! Мы надо помогать друг другу! Я с тобой послаб, полудурок! Нахуя мне убегать? А теперь, да, убегать. Беги! Теперь сюда. Прям... О, идея, идея. Придурки! Есть способ попасть в Хелс, минуя запертые ворота. Не получилось. Да протян. Да протян. Принять. Про. Вау, красивое местечко. Так. И туда сзади показано куда... А, нет, показано. Роскошные дома богатей. Надо найти Майка, пока он не назвал тебе другую богатенькую девочку. Ты толбоёбина, блядь. Ну тут только зомбачку найдет любую. Блять, хорошее местечко. Блять, а я ведь знаю все эти дома. В этом доме? Блядь, залку тут ничего делать нельзя. Ну ладно, попизда так попиздаем. А, пиздец. Так эти наркитоз. Или батончик, то за ничего. Первый есть. И странно, что вы мне, пацаны, даже не услышали. Посмотрите внутри. Я сейчас посмотрю внутри, посмотри, у неё внутри, Бойфренд застесняется, да? Как он тебя уничтожный. Кто меня стреляет? А прислал тебя спасать. Посмотреть. Тут есть след. Чтобы эта падла не встала на всякий случай. Там на кто-то был. Как он меня, блядь, ебить оттуда смог, сука? Прямо ты сама себя наняла? Охуеть, у меня даже зайзек нету. Заебись, блядь. Посидеть за опасные ключи. Круто. Томбов Кюн. Ой, слава богу. Тут пусто вроде с Арасом. Рискну предположить, что он кого-то замочил бейсбольной битой, но тут это не работает. Только сыпить, как он не смог бы это сделать. Тондо. О, во. Надо открыть дверь. Тварь ебаная, блядь. Топери этот хуйню, блядь, свалю. No, Michael. He might still be okay. Maybe he went to Jesse's place. Да, блядь, это ну оставайся. Блядь, вы дура-то. С ребенком офигеть. Как-то сгореть-то смог, придурок. Oh, hey, Michael. This is Roxanne Kwan. If Jess is there studying, could you tell her to be back here by 8? I don't want her to miss the party. Probably
Круто, поезд подлетел. Молодец, Майкл. Ну, подзарил, что ли. Плюс потом еще и наплевал, когда позарил. Наведайтесь к Джессике Квон. Ну, пиздец. Пацаны, дайте пройти. А стрелка вообще, блядь, уебищная. Надо даже не показывать, куда идти надо. Наконец-то, сука. Я первая зашла. Я первая увидела этот дом. Вау. Как масса въехала, вся вода в бассейн исчезла. Ай-яй-яй. Идите нахуй, я не пойду туда. Я не маньячка. О, заебись. Сейчас я зомби. Тут заканчивается. Ой, я зомби. Петь привели. Эй, ты с пиццей? Пусти меня, юзайс. Вот тут такое дело, если я открою дверь, сюда будут ворваться толпа зомби. Добрый дел не хочется. Каталки хотите. Ведь поворота просто закрой их. Ну да. Занятная туса, сетился, кто-то. Не я точно. Резал покататься на воротах. Дофига запасных деталей, но и сутеры всякие. Сутеры для меня не проблема. Блеск, я открою гараж. Ты вытворил незваных гостей, починить их тогда. И тогда милости просу в мой дом цепом. Эй, Рокси, у нас гости. Найди свою ценцию. Вот у свои. А вот она сла где-то садуть. Найти себе другой гараж. Найти выключатель. Заебись. Ох, ебать, мама. Мама, марама, 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 мама, пиздос. Да заебал ты нападать, я не везу эвку. Я эвку не везу. Я не успеваю насыпать, сука, на защиту, это невозможно. Все, это последнее. Ух, еба, марама. Ой, мама. Может, вы водичку все-таки поплавайте, а? Поплавайте водички, заебали. Ой, ебать! Я! У меня идея. Ну, а заебись. Заебук. Это плохая была идея. Но и в том же времени и рискованная. Новое поисковое задание. Чистая работа. Не хотел я чистую свою работу. Придурки, идите сюда. Давайте, ребята, тем быстрее вы пройдете, тем быстрее я избавлюсь от вас. Да к чем тебе стул не угодил, а? Пьяные, только ненормальные люди. Иди в другом месте, попадай. А ты иди плавай в другом месте. Это зомбак нахуй послал. Как он отсюда меня может или достать, я не понимаю. Он тупой, не догадается, если что. Хуя себе, 0.8 уровень, а у меня какой? Заебал. Тебя даже кинуть нечего, хотя есть что. Есть одна дубина. Заебал. Давай, падай, заебал. Пацаны, давайте, это вкусно становится уже. Меня вы ни один хуй не убил. Естественно, я горжусь этим. Ну давай, уродец, иди сюда. Кстати, как хуйня всякая кидается.
Но может ты подойдешь ко мне, а не будешь стоять рядом. Давай, молодец. Пьянина. Пьянина ненормальная. Мы ведь не отключим сразу. Потом я стал выпрыгнем отсюда. Ох, ебать. Я только что могла себя навертить на верную смерть. Ох, ебама-рама. Заебали, где эти, сука, ебутие, взрывайся, эти хуи. Нихуя не делаю, стою и все равно убиваю их. Ха-ха. Я так понимаю, они до бесконечности будут успавниться? Ну да. Но лучше сейчас, чем никогда, правильно? Правильно. Я ничего даже не делаю, а они халявно убиваются. Сука, специально там встал, падла ебучая. Давай, есть гораз. Где тут что есть? Эй, обатленул, поймал. Да ты пьянина. Загибал. О, бойко, напугала ты меня. Напугала меня, зомбачка ебучая. Вот это два. Но один я знаю куда, а второй... Ну, второй сюда. Ты сразу с двух сторон. Закрывается, заебись. Берем второй. Не вставай, 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 хуза будет. Ну вот, я добила, хотя ему боску раздавить. Хотел сделать хорошее, доброе дело, в итоге сделал все только хуже. Все, ладно. И берем последние ворота, запираем, и все, нахуй. Эта туса заканчивается, пацаны. И так вон, хорошо тусанули здесь. Особенно горяси, они зачистили здесь больше всех. Беги, бля. Заполучила много. Блять. Да-да, я взрываю этого пидораса. Да ты ебец ты, я тебе везу, Эвколь! Я везу! Послепая. Очки надо. Все, пока. Беги, бля. Сейчас 5 опыта есть. Всех я вряд ли убила. Но хуйню какую-то взяла. Тери. Ах ты пидорас. А ну-ка сел. А ну-ка лег. Молодец. Давай, мудачок. Я избавился от них. Ты в безопасности. Эй, да ладно. Лес, ты пиццу привела? Тралась зомби во дворе. Зомби. Ой, точно. Кто-то сказал? Не. Бля, я тоже перед эвакуацией, все дела. Ты вроде давно забудь эвакуироваться. Рокси. Рокси, где время спать, детка? Давай эвакуироваться. А чё, с нас разумно, ты не понимаешь? Здесь забирай манатки. Эвакуация запросла. Ух, ебучий голова. Закрой дверь, так. Бум. За виски. Надо проспать будильник. Ну, хотя сыпались на пару месяцев. Это куча еды. Поделись. Еды. Я все Майкла. Зачем тебе это зануда? Они не ладят, нельзя называть его Литва Лиса какой-то там погасой звездой. В точку, на самом деле ты пацая звезда. О, типа это как его... Подавшая звезда. Окей, окей, Мадзеси знает. Я знать нет, спину не буравит неодобрительным взглядом. Еще одна записка. Дорогая матушка, если вам снова приступить заняться сексом в тетизаноте, постарайся, пожалуйста, кричать и стонать не так громко. Это все ты, песа, стопала-то на холм. Помогать другу. Надеюсь, она пойдет не в нас. Она умница, она ведь девушки посла. Я тихо не еще как. Я обернулась, фоу, она у меня спиной. Я ее найду.
И его будут искать. Кому-то, похоже, надо нас распроизводить. Наус нет. Но собрал с мыслями. Да ладно, с ней пусть хорошо. Он ее оттестит. Ну давай, пораскивай мозгами или все тем-то. Да-да-да, в этом мы хорошо, спасибо. Рассказай о своем. Майкл, где ты? Ну нифига не за... А, я зафудсторила. А назад-то я смогу потом прийти? Да, смогу. Надо просто запомнить это место. Окей, так, куда мы идем? Туда наверх, наверное, теперь. Зато тут нет никого. Вот, вот так бы я спокойно ходила всегда, хоть весенность. Подожди. Все, заебись. Ой, ебамаль! Пацаны, вы просто меня решили вдруг потерять. Вот неожиданно резко потерять. Понимаю русские слова, блядь, долбоёб. О, Зэнь. Статуэтку на фестивале. Вот только не надо, говорю, что тут фестиваля будет. Ох, ебамарама. А, она приманивала зомби. Если вас поубить-то, может опять тут есть что-нибудь электрическое? Ну, в принципе, можно, но это не очень безопасно. Охуенно, музыка приманила зомбаков. Но некоторые стоят как тупорезы, ну и пусть стоят как тупорезы. Ты чё, тебе надо отъебей, зомбарина? Зомбарина, отъебись! По лестнице, а потом ее скинула. Теперь не кажется, она за дому сдохла. Так-то мне не выбраться никак туда. Если только, да, как-нибудь вон туда залезть, там тут перепрыгнуть. Да ты заебал, блядь! Долго ты, сука, со мной бегать будешь? Охрена. Ты боску-то убери. Ой, ебать! Т-143, так что тут так этих я точно вывезу. Залку у вас тут. Ауч! Да как ты меня убить, да как ты меня, блин, смог ранить-то, сука такая. Отключить, но он пусть работает. О, заебись. Можно прыгнуть на фонтанчик, а потом оттуда туда. Ух ты. Сука, как я долго думала. Будьте натеку, когда если стоял бой, выдавцы заставили ловушки. Ай, баба, ебальничку, хочешь получить? Тварина, блядь. Еще ловушки. Ух ты. К дробовику, опа. Нафига серьезные ребята. О, а ловушка сработала, кстати. Ты где, падла? О. Опа. Кто запатькался? Так, если потом оттуда подойдут, тогда кто-то стрельнет, это кто запонял, да? Так где тут дробовик находится? Топорик, что ли?
Я хрен знает. Схватился за него так. Все, ловушка, столь. Настя, кто-нибудь? О, водичка. Да за две водички. Нахрена она мне одним здесь вообще? Ну запомни, на кухне две водички. И что теперь? Ох, ебама. Вот заманить туда какого-нибудь урода. Пусть он за меня туда подойдет. Мы используем канистр с водой, чтобы избавиться от выстрелов. Ладно, заебись. Одну сделали. Я как-то взорваться-то смогла. Сейчас я приманил на них сюда. У меня те выбор, что ли, все оставался. Злак, что дверь не закроется никак. Хотя вроде не обращает. Опа. Сота я была на теку уже. И фонарик-то вруби. Веревки, не такие тут серьезные ловушки. Нет, такое мне не нужно. Дайте мне дробовичок мой. Я к нему патрончики буду часто делать. Эх, да, за ремонт не успели сделать. Я не открою дверь, я не долбанутая. Ты понимаешь, этот сыр трещь останет, когда я как я подойду, да? Охуеть. Здесь собраться не получится. Хитрить-то вас вряд ли, надо просто прописать очень быстро. Зато и с одной покойницы зомби, а не... Эх, ой, чё спец? На вот месте спец, сука, да ёб твою на небо, а? Кто так делает? Только ты. Я так и знал, что сейчас урод станет. Сука, ты чё, рядом с ним отдыхал, что ли? Ты охуял по ебальничку? Давай сейчас тоже по ебальничку получишь. Сейчас хоть тот останет, отвечаю. Вот отвечаю, тот свистал останет. А нахрена? А-а-а, все понятно. Чтобы электричество там не было. Блять, ну конечно. Хэй. Последовай. Хэй. Деревянная дубинка, не за 100. Не за 100, хотя надо взять, поэтому это будет разобрать потом. Ау! Блять, я не увидела ее. Надо было привлечь его. Нихуя ты меня ударила, блядь! Из 700-ки нихуя не осталось. Там по ноточку соскучился? Да ты ебать, да от меня, сволочь, ты старусочья, блядь! Иди нахуй, сука. Ну тебя, сволочь, сдала меня, отправила, вот ты старый тебя, сука! Тварь ебучая. Ну вот, у 143, хватит, хватит, блядь. Я пидоры, не ждали, блядь. Куда вы делись?
Я пидораска, пидораска. Иди пультай. Дура, взяла бы сейчас все тебя и убила. Здорово. Фух, как рад тебя видеть. Ты даже не знаешь, кто я. Он рада меня видеть. Надеюсь, задание не будет, где она должна пройти место, чтобы я ее... Чтобы она тут не подохла. Все, ладно, все там дела. Я Джесси. Карла, я подруга Майкла. Оу, он просто не тебе рассказывал. Да, мы друзья по апокалипсису. Вы разделитесь из-за того? В остальном мы сходимся, ну ты знаешь, кем он. Он послал в Монарх. Съемочную площадку, зачем? Хотел забрать что-то важное. Так что посумел с тобой отлить зомби. Ааа, Майкл выскользнул через ворота на улицу, ведущую к студии. Я решил посидеть с парами-строителями, пока зомби не останутся и не уйдут. Ведь их построители тоже стали зомби. Разумеется, об этом я не знала. Вчера с ними было все в порядке. Да, дурачись. Слушай, мама с тебя волнуется. О, они очухались. Знаешь, ознакомься с Рикки, у нее была как голова на плечах. А теперь будто пытаясь вытеснить меня злыми обзралами в хлам. Ты хорошая дочь, Дэси. Надеюсь, Майкл вернется, я скучаю по разговорам с умными людьми. Катя, чтобы тебя... Я довольно скрытная, когда под углом увольняем Майкла. Можешь не провозать. Ладно, подруга, увидимся. Идите за Майклом на студию Монарх. Ну вы издеваетесь. Можно просто прыгнуть сразу в бассейн. Но тут бассейна нету. А если я прыгну, я сдохну? А вот это мы сейчас узнаем. Где, кстати, это ёбаная студия Монарх? Так. Теперь, я так понимаю, выйти теперь отсюда. Из-за чего тут все такое, весь сырпор, я не понимаю. Ну, взяла и посумела, какая плохая. Так, вот эти. Студия Монарх, какого чёрта Майкл там забыл? О, теперь знаем, куда идти. Сатуну Элси, иди нахуй. Так. Я тебе просто показываю, куда идти, стрелочка. Очистите... Очистите путь к студии Монарх. Тут есть где-нибудь труп. Мама! Тут есть какой-то другой способ от них отвязаться. Видимо, нет. Пацаны, вы просто очень хорошо знаете физкультуру. Ау. А сюда нахуя? Клей. Ну спасибо за клей. Так нахуя мне сюда-то? Ну, чудно, чудно. Чудно, чудно, чуденько. Проходите через вот эту штуку, пожалуйста. Отвечаю, так будет гораздо лучше. Отвечаю, для вас за лучше будет. Это пиздец, они даже не сдохли. Может, просто от них избавиться как-то? Но вот этих я тебя избавлюсь. Пацаны, а чё вы не сдыхаете? А, только попробую ударить, только попробую ударить, сука. О, прикольный фургон мороза, дика. Ух, ебать! А где электричество?
Да ты охуел, что ли, блядь? Чё умный такой? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не задумайте, если я могу не вестник, и не могу вестник так объёбывать, то вы глубоко ослабаетесь, я могу их так объёбывать. Сука, не получилось нихуя. Да ёб твою мать, их ранила меня, ай-яй-яй-яй-я. Блять, так пробизаемся тогда, заебали вы меня уже. Ублюдки косорылые, сука. Это почему-то не помогло. Мамос вот так поможет, кстати. Идите в огонётик, а? Заебали. Идите погрейтесь, погрейтесь, вам наверняка зака. Пусть вам наверняка холодно. Давай, 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 молодец. О, какая красавица. Давай, давай, давай. Давай, костлявый. О, красава. Костлявый. Давай, иди сюда. Рядовой. Хуй. Ну, конечно, он не ранился, сука. Бля, да нахуя? А пусть когда он зумес на кьюшке не открывается, то что надо, блядь. Иди за Мэклана, студио Монарх. Слава богу. Майкл, Питер, ты такой. Чё это такое сейчас было? Чё за... Ааа, ну кого я? У вас мало выносы, чтобы дать ей восстановиться, постарайтесь не использовать мощные атаки, особые приемы. В это мощная атака? И как она используется? Да я сама восстановлюсь, эту теряю. Опа. Блять, пиздец, это Майкл, блять, пиздец, какой рискованный, сука. Бегай туда-сюда, заебал уже. Ну, мы-то новую локацию забудет, и можно заканчивать наконец-то. Открыть новый метательный предмет. Метательные предметы. А как использовать эти метательные предметы? А как использовать метательные предметы? Я не знаю, как это сделать. Нартас бы говорил ла-ла-ла, какая-то та тю 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 та там. Ой-о. Понадобится 100%. Охуеть, все горелые. Вот залезть. О, заебись. О, заебук. Оттер. Яс. И давайте-ка, ребята, вот на этом мы наконец-то закончим. Вообще-то я тут не была.
А, я была в Беверли-Хиллз. Наконец-то все. Спустя. И сегодня у нас приключение закончилось. Все, пока. С вами была Грик Аспей. Подписывайтесь на этот лайк и пишите под комментарии. Конечно, я продолжу играть в кровавую игру. А я без вас разрешения даже буду в нее играть. Мне она безумно нравится. Всех люблю, всех целую. Пока, косочки. Like a Hellcat.